Страйк выбить так и не удалось, зато среди юных изобретателей Виктор со своим роботом стал одним из лучших. Этот мини-боулинг был разработан специально для всероссийского робофеста – молодежного робототехнического фестиваля. Весь год же прошел под эгидой Олимпиады в Сочи, поэтому мы решили создать что-то связанное со спортом, какой-нибудь такой развлекательный проект, который сможет привлечь детей. Есть множество проектов с робофутболом, там, с гольфом, но мы поискали проекты, связанные с боулингом, и не нашли их. Этот проект считается как уникальным. Здесь практически все, как в настоящем боулинге. Есть площадка, шар, кегли и устройства, их выставляющие. Правда, вместо человека катапульта, а задача игрока – правильно ее выставить и настроить. Здесь 4 процессора соединены по Bluetooth. Процессор, который я держу в руках, это пульт. Он посылает сигналы всем этим трем. Этот процессор отвечает за работу датчиков, за подсчет кегель сбитых и за освещение. Этот процессор – катапульта. На нем установлены 2 датчика касания. Когда мы их нажимаем, катапульта двигается. Также этой катапультой можно управлять с помощью пульта управления по Bluetooth и запускать шарик. И рама. Она тоже управляется с пульта. Когда мы нажимаем на кнопку, кегли устанавливаются. Здесь установлены 3 мотора. Один отвечает за поднятие кегель, другие 2 отвечают за то, чтобы кегли вставали ровно, как нам нужно. Под кеглями установлены датчики освещенности, которые подсчитывают количество сбитых кеглей. Устанавливается шарик. Целимся, запускаем шарик, сбиваем кегли. На экран там выводится количество сбитых. На робофесте изобретение пермяков произвело настоящий фурор. Выстраивалась очередь из желающих сыграть в боулинг с роботом. Сейчас ребята работают над очередным развлекательным устройством. Что это будет, пока держат в секрете. Но обещают, что новое изобретение заинтересует многих.